Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале NephrightGF87, с вами лицемер, фанатик, еретик, обращение Нефрит. И сегодня мы продолжаем прохождение Горького 17. Кстати, не забываем ставить любо, подписываться на канал. Тем, кто не подписался, оставляйте ваши комментарии на данном видео. И подписываться на две наши группы. Это наши 90-е и ПК-59. Ну а мы начинаем. Так, где я был? Наверное, здесь, да? Наверное, здесь. Что у меня есть? Вооруженный. Так, только не надо теперь расстраивать наши планы. Мы и так уже зашли слишком далеко. Я бы даже сказал, что явно дальше, чем следует. Николай, мы должны выжить. Просто выжить. Еще пару часов в этом городе я уже не выдержу. Господи, ну зачем я покинул свой любимый Тарту? Хахти, по-моему, у тебя опять зубы застучали. Бери пример со старших. Если не выберемся, так хотя бы умрем достойно. Никто из нас сегодня не умрет, Тарас. Только не сегодня. Ну, так бы за юг подойти, бы я этих шандарах не умер. Мы сделаем. Давай, девочка. Аннушка. Делаем свои дела. Медуза под воинтру. Если будем выиграть. Так, это свистать. Ага, второму не попадаем, да? Черт, да.
станем. Только не надо. Так, сразу же идем этих петушар водить. Морозим. Идем сюда. Чтобы заморозить его. А, на него оглушение не действует, да? Заманул.
Нам дома не разбираться. Пока можешь идти к отморозку. Шикардосик. Дальше. Сейчас мы этим снова наберем. Уберем.
будешь гореть? Ну да, здесь бои-то все тяжелее и тяжелее. Ну да, Сильвана всех будет лечить сейчас. Лекарь Сильвана. Thank you.
Ладно, теперь мы должны вас на некоторое время оставить в одиночестве. Ничего подобного. Я пойду с вами, капитан. Я просто не могу сидеть здесь без дела, в то время как мои чересчур рьяные коллеги уводят меня из-под носа очередной приз за репортажи из горячей точки. Увы, ах, мадам, но у меня есть четкий приказ. То, что внутри, не для глаз журналистов. Кроме того, это еще и слишком опасно для вас самих. Оставайтесь здесь, я не могу подвергать риску вашу жизнь или жизнь моих подчиненных, чтобы вы затем смогли войти в историю с репортажем о наших трупах. Сергей, побудь, пожалуйста, с ней. Так точно. А, давайте, оставляйте меня теперь еще и наедине с этим монстром. И не вините себя потом, если со мной что-нибудь случится. Успокойтесь, мы скоро вернемся. Блин, у нее маячок, это же пипец. Мы сейчас проверим после битвы. Что на этот раз? Похоже, его прибили к стенке. Ой, этого урода я бы и сам с удовольствием пригвоздил куда надо. Держите дистанцию, мне что-то не по себе. Если оно хоть на миллиметр двинется, открывайте огонь. Мессия. Так, давайте как-нибудь от него будем обходить, стараться. Стрельнуть я не могу, интересно. Просто ради проверки. Ну что, в упор подходить к нему, что ли? Так, не понял, ничего, бить так? Да что за нахер? Так, где динамит? Динамит у Тараса нет. Ну, теперь чай. Я только в упор попадал. Ребят, это весело. Ух ты, сука, он, наверное, вот здесь бьет. Тоже нет, да? Блять, стрелять мне не надо. Сука. Ладно, подходи. Ты ж сука. Закрывается я динамита, что ли? Да ладно. Что это за херня такая, блин? Да ну нахер тебе. Thank you.
Найти и проверить. Рычка. Ой, Селиванов, не повернула. Ну, удачно просто ковриги, контратака. А, его только напрямую можно найти. Вот ты ж, блин. Жук-то какой хитрый он. А глушалка на тебя тоже не действует? Не заморозка, не оглушалка, нет? Да ему похер на все. Все, он у всех людей опять попишет. Всем по лещам надавал. Короче, понял, у него оружие не действует, все только ближний бой типа. Блин, да чё ты хахти повернулся-то не так? Следующий ход он сдохнет. Но мы нехило хп потеряли на нем. О, наконец-то контратака у тебя. Ну ты его и добьешь. Он твой. Молодец, Тарас. Да, дал ему просраться. Пока мы поняли, как его убивать. Коврига, Хахти, прикройте меня. Я наконец достучался до базы. Похоже, они все-таки рады, что мы нашли лабораторию. Говорит Селиванов, дайте мне генерала Павлова. Пароль Всеслав. Пароль подтвержден, генерал на связи. Селиванов, однако ты не очень торопился, дружище. У нас здесь были небольшие проблемы, Алексей Русланович. Что случилось? Лабораторию-то нашли? Так точно, Алексей Русланович, я уже отправил вам координаты. Отлично, мой мальчик. Я всегда знал, что могу рассчитывать на тебя и твоих орлов, если в нашей игре возникнет непредвиденная ситуация. Я бы не назвал игрой то, что здесь сейчас происходит. Понимаю, понимаю. Но не волнуйтесь особо. Просто держите ситуацию под контролем. Я проинформирую свою команду, вас скоро оттуда заберут. Все, конец связи.
Да. Ребят, ну думаю, я загружаться уж не буду, ладно? Поиграем без маячка. А наверх вот мы так и не сидели. Наверху, может, что-нибудь было интересное. Наверху был ящик, кстати, да. Давайте попробуем переиграть. Да, по ходу дела мы не переиграем. Мы просто просрали лифт. Это печально. Это просто печально. Ладно, ребят, на сегодня, думаю, это все. Я в следующем видео начну с того сохранения. И мы, как бы я начну уже оттуда, где вот мы вышли в лабораторию. Я схожу наверх, узнаю, что в ящике, и потом вам сообщу уже, что было в ящике, что мы могли упустить. Загружусь с того вот сохранения, которое у меня было до этого. Ну а всем спасибо за просмотр, вы были на канале Nefright987, с вами был Неф, не забываем ставить люба, тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться, ну и конечно же оставлять ваш комментарий под данным видео. И вступать в две наши группы, наши 90 и ПК-59. Всем до новых встреч, пока-пока, let's rock!